Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. А мы бизнесмены новой волны, бы. Я все сам зарабатываю, чисто своим непосильным трудом. Красивая девчонка. Я же говорю, сколько стоит Ладос Мирос? Сколько стоит шмот? Дымоход! Всем привет! Мы у ЦУМа, а это значит, между что мы... Между прочим, у дымохода будет скоро день рождения канала. На нем буду присутствовать я. Можете приходить. Снова пришли на поиски самых модных и стильных людей. Ну а ты смотри еще. Сейчас я посмотрю, как Алоха Сигит заказывал. Подождите. Больше роликов на тему «Сколько стоит шмот» на нашем втором канале «Дымоходик». Ссылку найдешь в описании. Обязательно подписывайся на Инстаграм. Костя, можешь забанить всех, кто пишет черный экран, пожалуйста, навсегда? Именно там мы общаемся с нашими зрителями. И, конечно, досмотри это видео до конца, потому что там тебя ждет розыгрыш 10 тысяч рублей. Погнали! Погнали! Здорово, как зовут? Здорово, Данил. Заряженный парень. Ты младший брат фараона? Нет, нет, просто так выгляжу. С детства блондин. Сколько тебе лет, кстати? Мне 15. Что? Ребят, знаете, как вариант? В Фубае можно было бы знакомиться с мальчиками через дымоход. Ладно. На тебе надето? Мне изики 500 и 18 сейчас, это думаю, любая стоит. Точка нет. Носки рублей 500, джоггеры 3500, брал вот в МСК. Тишка, по-моему, Angels 21. Цепочка и браслет, все в 30-ку вышло. У тебя вон татуировка, вижу, модная. Counting Family. Я знаю, что это за тема. Нет, это я не есть Кизару, я просто его большой фанат очень. Столько слез. Что, пиздец? Фига ты, кузнечик ёбаный, чё с тобой стряслось? Фига он худощавый, Боб Марли, реально. У него нога, как моя рука, вы это видите? Как давно не видела его, ёбаный рот. Его можно варить этим, кто там кушает, кузнецов. Надо, реально, посмотрите, я в шоке. Где деньги берешь, рассказывай. Ну, в 15 лет, очевидно, вопрос у родителей, и сам себе помогаю иногда. Сам себе помогаешь? Это как? Расскажи. Это приложение есть такое 21 Buttons. В последнее время начал пользоваться. Лук выставляешь, люди смотрят, покупают вещи, и тебе с этого копейка падает. Слушай, так ты тоже в теме этого приложения? Личное приложение. А, блин, nice реклама, nice реклама, айда настроенная. Спасибо тебе большое. Чмок. Другу привет. Ты знал? Тебе многие говорят об этом? Да, очень многие. Да. Круто, сколько тебе лет? Мне 15 лет. Это Nike Off-White Air Force, они стоят 30 тысяч рублей. Ненормальные. Джинсы это Zara 4 тысячи, ремень бетоном стоит 30 тысяч, футболка Balenciaga там 33 тысячи. Это куртка Palm Angels, она 33 тоже стоит. Что за Palm Angels? Браслет Louis Vuitton стоит 20 тысяч. Кошелек это, не знаю, Burberry, он стоит 1045-50. Часы не носишь? Я не ношу. Нет, пока. Не разрешают. Не разрешают? Ну, типа, не дают, потому что если я очень плохо отношусь к вещам, типа, теряю много всего. Вот. Поэтому, мне кажется, папа говорит, не надо пока. Маленький еще. Что ты из дорогостоящего потерял уже в своей жизни? В основном телефоны теряю постоянно. Как это происходит? Ты же маленький. Теряю, блядь. У меня новый айфон уже, смотри, его. Не прогляди. Маленький, ты не бухаешь. Ну, с такси я оставляю постоянно. Например, вот у меня был кошелек, я его потерял в такси. Папа мне отдал новый, и когда я от папы ехал на такси, я его в такси оставил. Ну, ты в своем возрасте пиздец. Где берешь бабки-то в основном? Он так голову не потеряет. Ну, типа, как и все. Я не могу пока работать. У родителей приходится брать. Слушай, приходится. Ну, у нас же, может быть, видел многие участники программы, которым немного лет, они как-то подрабатывают ставочки, ресейл и прочее. Ты не думал заняться чем-нибудь параллельно учебе? Ну, это как-то... Ну, ставки... На самом деле, ставочки, типа, ну, мне кажется, годная тема. В свое время мой брат зарабатывал. Кстати, ребят, о ставочках. Вы можете ставить теперь на париматч и поддержать меня, пожалуйста. Пожалуйста, кликните на ссылочку в чате. Теперь у меня висит рекламка, поэтому мне нужна ваша помощь. Поэтому, кстати, о рекламе. Ссылочка в чате, можете кликнуть. Спасибо. Буду благодарна всем, кто поддерживает. Мне это в плюс.
Смотрим дальше. Париматч. Лучшие ставки. Они не заходят постоянно. Много денег потеряно. Ты уже пробовал? Да, было время. Ну, прошлым летом. Ну, если у тебя нет головы, то, конечно, много денег потеряно, да. Сколько ты максимум проиграл? В Москве реально одна богатая в скилла ходит. 15-10, где-то так. Ну, типа, немного, но все равно делаю сигны, сайт tenderlybuy.net. Ты сейчас свободен или в отношениях? Свободен. Ищешь девчонку? Да, ищу. Красивую очень. Я знаю, кому сегодня очень красивую, это как кто? С кем в ЦДМ пойду в Инстаграм. Это как, не знаю, как кто. Как красивая девчонка. Привет. Привет. Как зовут? Ксюша. Ксюшечка, сколько тебе лет? Мне 17. Balenciaga. Massimo Dutti, они стоили 8 тысяч, где-то так. Гуччи, худак, оригинальный. Оригинальный. Лучше паленый купила. Ну, точно не помню. Футболка Balenciaga. 1020 с чем-то. Кулон Гуччи. Гуччи Голос. Фига, классный кулон. Очень классный. Реально крутой. 20 тысяч стоил. Что в пакете? Что-то купила? Капец дорогой, ну реально очень классный, красивый. Видели? Gucci Ghost, ебать, называется. А тапочки пол... Gucci Ghost, нахуй, я себе новый ник придумала в КСке. Мои Angels не стоили 10-800. Зак Луи Виттон, честно, я не знаю, сколько стоят. Родители подарили. Ну рассказывай. В 17 лет. Откуда все это добро на тебе? Родители. Родители, есть конечно. У тебя очевидно. Друг? Парень? Нет. Пишите ей, парни, Айдана. Ищу. То есть таких вот известных людей тебе нравится? Асэп Роки. У него Кали, малышка. Малышка тебе не светит, да? У него Кали. Это не важно. Линк на малую, хоть дать... Хотите Инстаграм ее дам за фу детей? Парни, не теряйте шанс. Девочка, родители богатые, все у нее заебись. Девчонка. Давайте Инстаграм. Привет. Привет. Как зовут? Ксюша. Your Destiny. Змя У. А, Кайли у Трэвиса, ёбаный рот, извините, они все одинаковые просто. Они да похожи, да все хорош, Кайли у Трэвиса, мне все равно, я не слышу вас вообще. Короче, вот ее ник, ребят, пишите, девочки, если она вам понравилась. Если у кого что-то с ней перепадет, напишите потом мне. Делает классно. Смотри, а если парень будет красивый, но бедный, очень? Ну не очень, мне кажется, нет. Подожди, то есть еще парень еще и заработал? Вот скажи честно, по своему опыту, это вообще не круто, типа, когда ты все время платишь за парня. Это вообще это самое хуевое. Это вот самое-самое-самое-самое худшее, что может быть. Зарабатывать должен. Желательно. Было бы хорошо. Вот сколько он должен зарабатывать, рассказывай. Не знаю. Ну, чтобы там мне подарить что-то мог на день рождения. Ну вот смотри, если бы, например, я подарил тебе чехол на телефон. Да я думаю, подарки особо не нужны, просто типа, если ты зовёшь куда-то, то оплати и всё. Вот, это хорошо? Ну лучше, чем ничего, конечно, но можно и побольше. Сколько тебе для комфортной жизни вместе? Даже денег? Пускай зарабатывать дохуя, я буду на шею родителей сидеть. Жизнь? Я же девушка, нахуй мне работать? Наверное... Я же девушка, нахуя мне работа, блядь? 1300. Кстати, ты часто... Зарабатывай 300 тысяч, я буду брать деньги у родителей. Парням в Инстаграме отвечаешь, в личке. А мне никто не пишет. Вот, ребята, давайте, заходите в личку, что она меркантильная. Привет. Гуччи, Версаче, стиль. Да. Вижу, Chain React. 68 тысяч. Шорты Adidas Original 5000 рублей, трусы ЦК 3800, майка Gucci 32 тысячи, кошелек Gucci 55 да. И Watchи 34. Чем ну, занимаешься? Ну если есть деньги, ладно, можно одеваться дорого, но я одеваюсь в паль. А что нет? Учусь и иногда зарабатываю на ставках. Сколько у тебя получилось? Ребят, а вы не забывайте, что лучшие ставки — это париматч. Ссылочка есть в чате, а также под стримом. Можете кликнуть на ссылочку, и мне это очень сильно поможет. Делай ставки с париматч. Получилось заработать максимум. За тот месяц около 500 тысяч. Сука, адблок не работает на меня, понятно ваш? Тысяч. Ставлю на фон бета. У тебя не было, кстати, никогда проблем там с выводом, потому что, знаешь, очень часто бывает такое, что типа люди ставят, выигрывают крупные деньги, им потом морозят счета. Нет, были на других букмекерских конторах. Бывало, счета блокировали и так далее. И ты прям каждый месяц так стабильно типа зарабатываешь бабки? Нестабильно, иногда бывает меньше, иногда больше. Сколько денег вообще нужно для комфортной жизни в месяц? 700 плюс где-то вот так вот. А что ты в твоем... А 700 плюс вы можете выиграть где? На париматч. В юном возрасте тратишь.
вещи, клуб. Он же умер, в смысле. Девочки. У тебя девушка постоянно есть? Нет. Ищешь? Нет. Почему? А зачем она нужна? Ну, типа там, ты пришел домой, тебе грустно, я тебе борщ поставили на... Нужно позвонить подруге. Так. Мне она поставит борщ. Позвать ее в гости и все. А как же там букетно-конфетный период, нет, свидание, три ресторана? Само собой, букетик, там цветочки, выпить. Мне за клетку подарили цветы, привет, кстати. Привет. Я помню, когда мне подарили цветы, я вам пришла на стрим и сразу их показала. Помните красные розы? Ты же у нас уже снималась. Снималась, да, так получилось. Странно. Милана! Пойдем. Где копать? Ну, сколько тебе людей реально написали из тех, кто хотели познакомиться с тобой? Ну, человек 700, мне кажется. Очень офигеть. Много было. Офигеть. На мне сейчас кроссовки Louis Vuitton Arch Light. Они 70 стоят. Носочки есть, Витмо. Красивые очень, кроссовки офигенные. Они где-то 8. Купили себе потом паленые такие. Это джинсы, это Сандра. Они где-то 19 стоят или 20. Это Дольче Габбана, это 27. Дольче Габбана. Это плащ Хлоя. Вы видели, нахуй, что это дизайнер рисовал, блядь? Это Дольче Габбана, это 20. Как там, палочка и два... Палка... Огуречек получился человечек. 27 где-то. Это плащ Хлоя. Пиздец. Я не знаю, сколько он стоит. 40-50 вот так где-то. Вот. И сумка Louis Vuitton. Она стоит, ну, где-то 120-130 тысяч. Да, на садоводе такая 3 стоит. Они стоят 150. Кольцо есть Dior. Оно стоит 19. Этот браслет мне подарила моя подруга, которая вон там стоит. Вот этот браслет... Тоже Louis Vuitton, он стоит где-то 30 тысяч. В прошлый раз у тебя была очень недешевая сумочка Шанель, а сегодня Louis Vuitton? Ну да, сегодня попроще я так. Сегодня ты попроще. Ну мы просто... Мы сначала на квест собирались. Ну там, где тебя обливают чем-то. Она решила на квест пойти в палки-палки человечек. И в Louis Vuitton кроссовки. Пыль как бы, да. Ну, мы... Зачем дорогие вещи надевать? Зачем дорогие вещи надевать, я тоже не понимаю. Но одевать. Как-то мы потом передумали. Ну, пудрить ей словарь. Оказалось случайно абсолютно. Здорово. Привет. Подучи орфографию. Женя. Женек, сколько лет? 14. Гуччи вижу. 44 тысячи. Я надеюсь, что ты понял шутку насчет орфографии. 23 я очень надеюсь, что вы поняли шутку. Ремня нет. Майк, ну, long sleeve Burberry 23, 250 фунтов, я не помню в рублях. И худи, ой, не худи, zip худи. Palm Angels около 420, 380 фунтов. Даже. Пакет тоже твой, пакет что ли? Мой, да. Шлепки Palm Angels и майку Бэйб. Сколько потратил сегодня в магазе? 45. Чем занимаешься? Между прочим, Бэйб выглядит очень красиво. Правда, вот. Эта фирма одна из немногих, которая визуально мне очень сильно симпатизирует. След. Вангую, что учишься в школе? Правильно. Ну, я учусь не в России, я учусь в Англии с прошлого года, вот. Но все равно живу в основном в России. Ну, на каникулах, точнее. Вот, сейчас поеду отдыхать с родителями во Францию. Скажи, пожалуйста. Все мы таких родителей, а? Сколько стоит нынче обучение в Англии в год? Когда понял, ну, что сказал неправильно, говоришь, что это шутка. Ой. Год 60 тысяч фунтов, то есть это где-то около 6 миллионов рублей. Образование лучше, чем в России? Ну, лично мне нравится больше, там как будто преподают более полезные вещи, которые будут, ну, использованы в жизни, ну, чем в России. То есть в России просто чушь учатся. Сколько тебе нужно денег в месяц для комфортной жизни? Ну, как многие отвечают, дадут миллион, потрачу миллион. Девчонки в России. Не знаю, если мне дадут миллион, я точно не потрачу миллион. Однозначно в России. Однозначно в России. Отличаются? Да. Они лучше в России. Самые красивые? В России. Самые нежные? В России. Самые милые? В России. Добрый день, Андрей Аркадьевич. Привет. Это кто? Давайте я сначала объясню, почему мы вдруг с улицы переместились во дворец. Потому а что кто? Примерно лет 15 назад, когда я был еще простым саратовским школьником, пришел на концерт группы «Пилигрим», стоял и кричал под эти ревущие гитары
Слава России, великой дерьмо. Когда тысяча штук интервью спрашивать у кого-то, ну, типа, вообще неинтересно там интервью кого-то брать. Таня, я ее оставлю, и наслаждайтесь. Привет, Владос! Привет, мой дорогой. Хороший. Привет, мой любимый. Вот ты очень долго хотел сняться у нас, и наконец-то мы встретились. Это было взаимное вообще-то желание, не надо мне тут ля-ля. Это было взаимное желание, полностью обоюдное. И, наконец-то, вот так получилось как-то, да, что вы как всегда дежурите, да, около ЦУМа, вот и я пришел. Мы, как всегда, здесь. Давай с тобой... Как-то будем с тобой вдвоем, с тобой, возможно, что-то получится. И наши уста сольются в нежный страстный поцелуй. После того, как я тебе скажу, что мы идем, да? Да я бедный, ты че? Сколько тебе лет? Мне 19 лет. Тут да, есть 19 лет, ты еще ребенок совсем. Ребенок, поэтому, как бы, да, я еще могу как-то тебя немножко посадить. И потом еще подняться на «Пусть говорят». Ты выше меня ростом просто. Да, у меня 2 метра роста, 1,89 м, на мне такие вот прикольные. А конечно, как все говорят у вас, вот такие у меня классные платформы. Слушай, это коллаборация H&M и Aetis. Они... Ой, слушай, на ноги не побрила. Но ничего. Зато у меня загар слишком прикольный. А ты иногда себе говоришь в мужском роде, иногда в женском? Конечно. Так нафига мне... Так, солнышко, подожди, а ну-ка, сейчас прыщи все будут видны. Зачем быть кем-то определенным, либо мальчиком, либо девочкой, если можно быть абсолютно всем и там бабки рубить? А можно быть кактусом? И там, и там? Тебе можно все. Интересно. Ну давай, так что, Aetis 7000, H&M 3000, 25000, 1000, 6000. А говорите откуда? Да, уже не важно. Что-то он как-то по-бомжовски. Ну, там в районе трешки это было. Долларов. 30... Да пиздит, это не стоит 190 тысяч рублей. Она стоит 120 максимум. Врун, пердун. И где ты ее купил, Дон Баллон? 205. Ой, я пару тысяч себе там прибавил, чтобы в дымоходе покруче казаться. Что из этого купил, Сум, что заидрила. Подарили? Я все сам зарабатываю, чисто своим непосильным. Так, сейчас давайте, ладно, чтобы не проебаться. Она вообще 194, Владос Мирос. 100 тысяч себе прибавил. Смотри, какой молодой. 100 тысяч рублей он добавил себе на эту сумку. Слышь ты, меня не проведешь, меня не обманешь, молодой. Трудом. Ты сейчас свободный, али с парнем? А, блядь, точно. Сейчас посмотрит еще. Нет, отношений у меня... Ну, кстати, нет отношений. Нет, у меня были отношения с человеком, но я понял, что... Ну, я не знаю. Знаешь, вот слишком... Вот все что-то как-то не так, не шло. Про финансовую подоплеку. Тебе сколько надо бабок в месяц, чтобы ты себя хорошо чувствовал? Ну, судя по одежде, немного. Ла-ла. А, я даже не знаю. Осуждаю. Наверное... Ну, немного. Ну, 1400 мне хватит. Ну, рублей? Ну да, мне хватает. На что у тебя основные бабки в обычной жизни уходят? Деньги на что уходят у меня? На транспорт. И на транспорт больше всего. Да, больше всего уходит на транспорт. Это действительно так, потому что сейчас, когда нужно ездить туда-сюда, ты тратишь на такси бешеные бабки. Я бы очень сильно хотела заключить контракт с кем-нибудь таксо и просто, чтобы меня возили пока до бесплатно. Иду, наверное. Что тебе сейчас приносит основной доход? Мне? Ну, как у всех, YouTube, Instagram. Мама спасибо, гордится, мама, то, что спасибо. Такой яркий. У меня мама отличника. Спасибо за сапку. Так за мной никто не подписывался. Спасибо огромное. Мы сейчас, ну знаешь, его хорошая. Видел диск, да, записали там на нее? А вообще обожаю. А ты видел ответ, мама отличник? Да, привет. Мама отличника, прости, что-то такое, да, страйк забери. Мечтаешь свою любовь найти? Да, да. Мне уже хочется как-то, знаешь, с девушкой, может, попробовать, я не знаю даже. А тут эти отношения, понимаешь, они такие непонятные мужские, они же такие ебанутые. Ты же понимаешь, там все построено на сексе, я не такой, я романтик. Ну, мне кажется, я хорошо смотрел с тобой, да, если я подкачаюсь, девушка, нет? С такой, с девушкой отлично. Да? А с тобой? Ну, вот, из меня так себе девушка. Нет, никто не подходит. Ну, слушай, ну, такая, буйвол. Ну, как мы смотримся, ребята? Ты должен был добавить. Напишите в комментариях ваше мнение. Да, вообще, может быть, мы реально как-то сойдемся, спишемся, сконнектимся, будем с тобой вместе рекламировать разные продукты и делить, как говорится, на троих. У нас такая вот семья будет.